Спонсор видео — магазин zakazaka.com, на котором стартовал супер конкурс, где можно выиграть GTA 5, DayZ, Far Cry 4, Assassin's Creed Unity и другие самые желанные игры. И, конечно же, скидки на новинки и хиты, а также раздачи новинок. Zakazaka, ссылки в описании. А что ж, не попал, да? Это было близко. Почему ты не взорвался? Потому что я отхожу назад. Я сдаю свои позиции. Это было очень круто! Как? Ай, лох! Почему ты не умер? Йоу, всем привет, с вами Таксы Кофевайт, и мы снова играем в GTA 5 онлайн. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас миссия, где на нас нападают очень... охренеть, как много зомби. Уже нападает. Так, надо убегать. Так, их дохренище? Да. Ты в рукопашку? Да, я что-то в рукопашку, не знаю. Хотя у меня очень много оружия, поэтому Это шашки. Сука. Почему? Так, я попробую спасти тебя сейчас. Так, я отстреливаю. Очень удачно. Ой. Это было плохо. Это был я. Перепутал зомби, ну ладно, ничего страшного. Ну ты стоял в толпе там. Там голый мужик бегает по пляжу, смотри. Так, сейчас я попробую помочь. Да подожди, голый мужик, ты чего убил? За что? Я не видел. Он живой, не трогай голову мужика, он бежит. Хорошо, никуда не буду, обещаю, не буду трогать его. А что нам нужно сделать? Нам вообще нужно доставить кейсы на базу, то есть между нами сейчас будет как бы такое противостояние. Кто быстрее достанет кейсы на базу. В друг друга не стреляем. Да, хорошо, без проблем. Так, кейсы, CS GO. Сейчас принесем и выпадет самое дешевое, что может выпасть оттуда, я не знаю. Это ТЭК-9, этот Айзек, или там какой-нибудь Максим Раски Страш там. За 2 рубля. И, по-моему, он в каждой серии мне выпадает там. Сука. А тут кейсов-то дохренище. Да, кейсов, по-моему, где-то около 8 надо. Да, именно 8, по-моему, надо доставить кейсов на базу. Да, я вижу 8, нифига себе. 8 кейсов. Ты что, прям все, что ли? 8 пушек, 2 рубля. Не донесешь. Я вовремя прыгнул, даже. Мы сказали, что не стреляться, то есть про рукопашку, выходу, ты такой думаешь, типа, ничего не было, да? Хорошо. Встретимся на базе. Блин, конечно, зомби мешают. Ну ладно. Не, особо мешают, я могу просто перетащить этот. Ну да, не считай. И кстати, когда на них прыгаешь, они смешно отлетают. Смешно, сейчас проверим, насколько смешно. Давай. Так. Ну ладно, я прыгнул, но он почти упал. Так, ты уже донес первый этот... Но они, считай, ты когда прыгаешь на них надо правильно прыгнуть. Когда ты прыгаешь... А, да, вижу. Так, газовая шашка, канистра, граната. Вот граната, самая нормальная. Я просто должен использовать это. Я прям в голову кому-то попал. О! Ты! Сказали не стреляться! Стоп! Так, давай. Все было. Я просчитал все. Вот тебе зомби просто помог. Я когда хотел нажать на кнопочку, чтобы пальнуть, зомби просто ударил меня, и у меня прицел сбился. А ты думаешь, ты там пробежишь, да? Как? Бывают в жизни огорчения, как говорится. Все было продумано. Слушай, а зомби-то стоят, они прям как дезишные какие-то, да, забагованные. Да, я вижу тебя, ты вон бежишь. За мной толпа зомби, надеюсь, она меня прикрывает. Я вижу. Надеюсь, прикрывает. Ах ты, сука. Блин, ай, тебе помогла будка. Я знаю, как это, ролик-то, знаешь, пацан, ай, блин, ебучая будка. Там диктатор в НФС играет. Блин, ну как я промахнул? Я попал по тебе, но почему-то не убил, странно. А для чего здесь, собственно, зомби нужны? Ну вот, потому что как бы в игру их не добавляют, поэтому создали вот такую миссию, где игроки могут вот зомби поиграть. Так, да, Леша, отлично. Не дергайся. Снайперку, что ли, включил? Ну да. Это подло! Хедшот. Сейчас будет снайперка моя. Давай. Я мастер стрельбы и снайперки, ты чё? Давай, посмотрим. А, мне надо же доставить кейс. Я, кстати, тебя не вижу. Я ж тебя предупреждал. Это не снайперская винтовка или снайперская? Снайперская винтовка. Да? Давай теперь посмотрим, кто из нас круче будет. Ай, зомби! Я видел, как ты встал. Блин, вот у тебя удобнее позиции, понимаешь? У тебя там нет зомби.
Ах ты. Я двух, я тебя из зомби заварил. Ладно, 3-1, 3-1. Ну ладно, сейчас будет 10-1. Ой, 10-3 получается, мой пользователь. Нет, не давай без снайпера, давай. Мы так никогда не донесем, можем тут 20 минут перестреливаться, в принципе. Так, где-то там. А я, вот, как говорится, твои принципы, в принципе. Так, я бегу. Так просто. Как ты так быстро бежишь-то? Да я этот. А хотя, давай, беги, беги, беги к базе. Давай. Давай, я, конечно, побегу к базе, ты чё? Давай, беги к базе, а я подожду тебя, пока ты принесешь там. С какой-то стороны ты там стреляешь? Где ты сел-то там, что-то мне на карте... А, вон, вижу. Ой, у меня зомби тут нападает, так что... Я без прицела стреляю по ним. А теперь... Вот я только прицелился! Это подло! Это было хороший выстрел. Ай, зарева. Я просто знал, сейчас, где ты находишься, поэтому я тоже знал, я так встал еще ровненько, так что бочком не попал никуда такой. Думал, промазит, скосит. Ну нихрена, кстати, нихрена. Зомби вот в прошлый раз, мне кажется, даже больше мешали. Их, по-моему, даже больше было. А сейчас что-то их вообще мало. Вымерли, что ли? Ну ладно. Так. Ты где там? Ах ты! Так нечестно. Вот тебе повезло! Да как мне, тебе тоже повезло, сука, это просто... Я ж стрельнул, убил не того! Ты зомби убил, а не меня! Я их два раза убил рядом с тобой. Помог. Это снайперское противостояние, 2-2. Так, где ты появляешься там? А ты, кстати, кейс же ведь не взял? Ой. Ага, кейсик-то не взял. Так. Я буду бегать в толпе зомби, они будут моим прикрытием. Ой, кто-то стреляет по мне, я буду прятаться за зомби. Да как? Как так? Я не понимаю. Иди сюда. Да, хватит бегать. Хватит. Типичная тактика контры. Ладно. А вот так вот. Круто, это было круто. А вот если так? Я только достал. Я только достал пушку. Ой, так. Блин, что-то много зомби, очень много зомби. Очень. Здесь немножко. Йоу, что у меня есть? Браузерс. Так-то я смогу лучше все сделать, конечно. Так. Я тут пока почищу зомби. Давай, чисти, я только за. Так. Я, в принципе, все зомби истребил. Но они все равно будут спавниться. Ну пусть спавнятся, мне-то что на них. Так, у нас, кстати, ровный счет идет, 2-2. Да, я знаю. Ах ты! Машина, серьезно? Машина Бибика, Олег Бибика? Ах, я понял твою тактику, я понял ее. Да, берешь кейсу. Давай, садись в машину. А как ты так быстро ее завел? Так я ж заводной чувак-то, ты че? А куда ты поехал? А вот мне интересно, ты сможешь доставить, успеешь доставить этот, на базу? Ты что, заминировал, надо... что-нибудь успел там опять? Ай, блин, не успею, хотел встать прям на базе. Ого, миниган! Олег Питата, я уеду жить в Лондон. Я блин, уеду. Там у тебя машина не загорелась? Нет. Блин, я думал, загорелась. Так, миниган, на миниган, нечестно. Честно. А машина это тоже нечестно. Ну она ведь стояла, значит она разрешена. Так, надо кое-что исправить. Сейчас я тоже возьму машину. Пока носи. Ты долго, кстати, машину искал? Где ты вообще нашел? Я появился, она рядом со мной была. На самом деле, ну я не буду сдавать тебе пока секрет свой. Ну ладно. Так. You fucking motherfucker, yeah. О, а почему кейс какой-то валяется тут посередине прям поля? Ну ладно. Ну потому что я его уронил, сука, не трогать. Я... Не-не-не. Я пока зомби тут почищу. Блин, как классно с миниганом зомби убивать. С миниганом, это плохо. Просто зомби бегут и падают. Там это... Чё-чё? Капец нахрен, чувак, вообще. Чё-то мутит вообще. Сука! Просто, ой, последний момент повернулся. Ну немножко. Ой, козел. Я-то видел, я-то на карту видел, следил за картой. Видел, что ты там что-то недоброе мыслишь. Так. Давай, хватит бегать.
Да что ты? Ой, зомби! Ладно, ладно, я донесу уши кейс. У тебя кейс, но ты же его выронил. А так он тут валяется? Он, сука. Зики, бля. Так, 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 где там Олег? А вон Куфи Вайт бегает. Да, бегу, бегу, бегу. А я бегу, бегу, бегу. Ну я почти, кстати, донес. Вот, все, я донес еще один, сука, кейс. У нас, кстати, счет 3-3. А ты что, еще один несешь? Нет, я просто пытаюсь тебя убить. Ну ладно. Удачи. Тебя убьет зомби, мне кажется. Не. Мне, ну, кажется, да, я быстрее тебя убью. Нет, мне зомби мешает. Ну я вижу стены на карте. Ну видишь, а попасть ты не сможешь. Ай, зомби! Ой, зомби, значит, я правильно целился так. Погиб! Один прогиб, и ты погиб! Меня зомби просто убил. Вот, ладно. Так, ладно, нам надо нанести реально кейсы, потому что еще, по-моему, целых 5 кейсов надо донести, но все же я тебя вижу. Ну, в туалетах ты там засел. Да я в туалетах уже побежал, так за деревьев. Ну да, да, да. За деревушку спрячусь. В женский туалет, да? И лучше кайфа нет. Стоит в саду, отражая солнце свет. Она сидела на сортире. Ты куда побежал? Я убежать отсюда хочу. Не трогать! Я Тебе просто так повезло. Просто пуля пролетела мимо твоих ушей. Я не знаю, слышал ты это или нет. Она в машину влетела. Блин, ну мне надо срочно бежать до базы, чтобы и стать там с РПГ. Я вот, я тебя буду ждать, я тебе даже это скажу. Чтоб ты это... Давай, это будет круто, я пока пытаюсь развернуться тут. Давай, 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 давай. Жди на базе, жди. Сука! Блин, это было так близко. Это было настолько близко, что... Это было так близко, я просто... Ну, надо было немножко подумать, знаешь, так. Воздух это... Вдохнуть так, знаешь, типа... Вдохнуть, вдохни воздух, вдохни воздух, а я пока попытаюсь. Ну давай, давай. Давай, я тебя... Ну, я не буду далеко. А он не подбирается, сука, на машинке-то. Так. Я пока зомби постреляю, тут опыт пособираю. Да-да-да. А ты пока есть, там это, забирай. Да-да-да, ну, врет он, если не слушайте его. С чего ты взял, что я вру? Может, я реально на базе стою? А, ты реально на базе стоишь? Ну да. Вот зараза, как мне к тебе подъехать, интересно? Не знаю. Тебе помогают только зомби. Зомби, их очень много здесь. На базе. Именно, они, кстати, спавнятся только вот именно на базе. О, то есть они оттуда бегут, да? Да-да. Так. Так, а если я сделаю примерно... Ага, вот, да, я понял. Я знаю, что сделаю. Так, здесь надо... Так, невозможно просто. Блин. Как ты? Как убил? Я целился! А ты видел, что я хотел сделать? Ты минировал все, я поэтому начал тебя убивать, потому что я не смог бы подъехать по-человечески. Ай-я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 й, так нельзя, но я донес все равно. Я все равно донес. Нельзя так. Хитрость. Лайфхак, да, такой? Лайфхаки юзайте, ребят. Вот, сука, только не врезайтесь в турники. Всегда турники людям портили жизнь. Так, или это брусья, я не знаю. Так, знаешь, я даже не буду отпускать это. Я зажму просто оружие и все, буду с ним ходить. У меня 7000 патронов, так что мне нормально. А, вон ты, вижу. Тебя я... А да. Ты, кстати, не подъедешь даже, наверное. Да? Зюки. Да-да-да. Зюки. У меня есть шанс забрать машину. Точно, точно. Какую машину? А, ты ее что ли паркуешь? Ты реально взял, припарковал ее и ходишь вот так вот, нет? Нет! А я думал... Просто решил там машину так сохранить это. Ооо! А знаешь, ты нашел? Да. Да, ты догадываешься. Но я знаю, что ты хочешь сделать. Поэтому... А что ж, не попал, да? Это было близко. Почему ты не взорвался? Потому что я отхожу назад. Я сдаю свои позиции. Это было очень круто! Как? Ай, лох! Это... Я... Почему ты не умер? Потому что я спрятался за какую-то хрень, а кинул в тебя просто обоссанную гранату. Это опасно. Ребят, надо убегать.
Блин, да ты как? Вот это... Я видел, ты гранатами там раскидывался, но я видел, откуда ты стреляешь. И ну как? Она просто врезалась в какую-то хрень. Понимаешь? Так, честно. Это все честно, все честно. А эта машина... Ну, она взорвана. Как теперь добираться до точки? Я понял. До точки. Нет, так, ну ты можешь... А я, кстати, вижу тебя, знаешь, как я тебя вижу? За тобой зомби бегут, они тебя палят. Да. Нет, это не за мной, я просто гранату кинул, не на гранату, знаешь. А, сука. Вот да, зомби! Ну, я себя вообще не могу с снайперской винтовки, мне надо знать... А я знаю, что я сделаю! Хорошо, Леша, собирай там объект. Давай, давай. Я тебя потрогать не буду. Угу. Где тут это место? Где тут это место? Я аж помню, где там, по-моему, вот, да. Так, сейчас вот здесь. А, он сядет там куда-то, да, походу, и будет отстреливать меня. По-моему, где-то... Нет, не тут. Странно. Так. Так, а ты выбирай там себе место, позицию. Давай, Леша, давай. Блин, знаешь, все-таки я не могу что-то выбрать, потому что... Здесь как-то не очень. О, турникмен качается, смотри, турникмен. Так. Турникмен. Значит, ты где-то вообще не здесь. Я далеко убежал. Ты можешь кейс принести, в принципе. Это типа намек был, да? На то, чтобы я побежал и принес кейс. Да, я тебе даю фору, потому что видишь, у меня сколько это. Так ты не давай мне фору, может, я тебя еще обгоню. Это, сука. А кто там это? Кто там такой? А, не, мне показалось. Ладно, да, ты был... А, я понял. Чего? Ты заминировал, да? Нет, ты можешь прийти, то если там есть мины... Ты их, сука, взорвал, что ли? Я не взорвал, но ты спалился. Ой, я думал, он добежал уже. Ну, я добежал. А я думаю, блин, что-то тут не так. Конечно, не так. О, ясно. Не сработал твой план, не сработал. Конечно, я ж такой лохан, блин. Как я так мог? Взял и спалился. Как он говорит, заминировал, нет? Я думал, он уже там, блин. Главное, знаешь, что зомби бегают, а люди на пляже лежат. Загорают, и мимо них зомби бегают. Это, нормально. Это нормально, да. Хорошо это. Я на мотоцикле. О! А я так... Как? Не трогай, сука, не трогай! Так... Я так и знал, что не надо мотоцикл было брать. Сука, ты пиздец! Блин, ты чё, реально мой кейс взял? Да, я отнёс на базу. Сука, тебе все, держись. Давай. Я подожду. Я пока зомби тут постреляю, а давай, ты еще давай, кейс давай привези. Стреляй. Стреляй своих зомби там. Сука. Стреляю! И у меня это... Я понял, где ты. Нет, я тебя не вижу. Не увидишь. Зомби тебя убило. Да, зомби! Со снайперской винтовки, зомби, да. Нет, я говорю, вместо тебя я зомби убил. А, ну ладно. Я походу понял, где ты был, но видишь, вот из-за зомби я... Так. Машину там, значит, взял наверху, да, и поехал. Я-то, да, ты чё? Я тебе мало того скажу, они по дорогам свободно катаются. Блин, да ладно. Ты думаешь, чё я бегал-то за пляж? Ясно. Я мотоцикл взял, вот, вижу, ничего на дороге не было. Думаю, блин, убьет меня с мотока. Вот это вот вообще лоханство было межпланетарное. Просто миллиметр не доехать. Сейчас встретимся. Там я тоже машину взял. А ты какую машину взял? Зенторна? Как Зенторна? Мою вызвал. Там, а можно так? Не знаю, проверь. В смысле, не знаю, проверь. Ты же заказал. Ну а я зачем мне должен с врагом делиться информацией? А, конечно, Зенторна, да. Это не я, это Филиппин. Да. Сюрприз, мадафака. Нет, не надо, не дави! Нет, не трогай, это я добрый сегодня, сука. Ой, да я не в тебя стрелял!
Я патрон сделал, и у меня прицел вообще на какую-то бабульку там навелся. Ой, бабульку, сам ты бабулька, сука. Вот с мутаком вот это лоханство мое межпланетарное вышло. Не надо было его брать. Я на это и рассчитывал, в принципе, как в начале серии. Это было реально смешно. А я не думал то, что ты гранату достанешь или что-то там достал. Липучка. О! Это вообще как? У тебя хп... хп половина. Ладно. А почему нас не рядом-то респать? Не должно нас респать так, рядом. Нет, так мы ж убира... Ну сука! А куда ты бежал? Так за машиной! Там мотоцикл, я решил не брать его. Так там это на базе, там где кисы подбирать у туалетов, там же еще одна машина стоит. Да-да-да. Бля. Мне надо сейчас быстренько забрать кейс. Блин, давай быстрее, мне страшно. Я вот сейчас стопудово ты откуда-нибудь выйдешь и все, и убьешь. Конечно, это же я. Поэтому надо спрятаться. Так. Ага, вон ты, я вижу тебя. А, машину взял. Я не хочу рыпаться на тебя уже. А кейс вы не хотите забрать? Нет, одни мотоциклы ездят на дороге, это вообще классно. Возьми ее. Я даже тебе дам фору. Нет, ты из расчета на то, что я на мотоцикле. Все, у нас 2-2. 2-2. Бляха-муха, это что-то. Я же так тащил, у меня так фору я ему дал, сука. Мотоцикл вообще не считался. Я говорил, зря дал фору. Все хитрый план Олега по разрушению, план Даллеса. Он уже забрал еще один объект. Ладно, будем рыпаться на тебя на мотоцикле. На мотоцикле, да-да-да. Надо бежать. Надо валить. Но, садись. О, машина не садится. Здрасте. Промахнулся, блин. Да, это зомби. Нет! Сука, это вообще нечестно. Спасибо за машинку. Не прими, это ближнее оружие, его создал сам сатана. Нет, чтоб он... Спасибо еще за машину. Ну все, мы просрали, мы просрали успешно. Я рассчитывал на это. А что на это? Ой. На то, что ты мне отдашь кейс, приедешь. Блин, я хотел тебя убить, сбить. Ты хотел меня уничтожить, вообще раскатать об землю. Но я тебе не дам этого. Потому что... Вот сейчас было близко или не очень близко? Нет, меня занесло, и поэтому я спас. Тебе просто повезло. Я знаю, я везунчик по жизни. Ну ладно, 1-1. 1-1. Я Майка, тебя. Аргентина. И ты кретин. А давай, знаешь как, ты приедешь сейчас сюда, и мы просто, кто быстрее добежит, только не доедет. Давай, просто без стрельбы, без стрельбы. Да. Все, я убрал оружие. Так, встаем, давай, подожди. В линию, давай. Вот, а нет, подожди, мне дальше бежать тебя. Так, не, в линию встанем. Ах, у меня все равно база-то дальше. Вот, сука, он меня бить хочет. Ну, давай где-нибудь вот здесь вот. Давай у фонаря. Смотри, у фонаря. Вот, давай, у фонаря какого фонаря? Вот, просто вот тут у него встанем и все. Хорошо, давай у фонаря встанем сейчас. Да тут зомби, подожди. Давай, я бегу. Так. Пшел отсюда вон. Все, погнали, давай. Все. На счет три готов? Да. Раз, два, три, погнали. Да тебе зомби помог! Я знаю, что не помог зомби! Но тебе бежать ближе, понимаешь? Я на себя 10 тысяч поставил! Я, вот почему ты рыпался эту всю серию! Я не хочу! Нет, ты быстрее добежишь! Давай! Нет! Есть! Секунда. Вот тебе просто повезло, понимаешь? Я вспотел. В смысле победа? Ты вспотел. Поражение? А мне написали победу. А я принес первее.
Ну, зато победила дружба, как говорится. Да-да-да. Не, там, честно, второй ты принес. Очень странно, что победа тебе. Может... Убийств у тебя больше. 97 убийств, ничего себе. Вот почему победа-то. Так не за этого, не за этого. За убийство ничего вообще не дается, там только опыт и все. Нет, подожди, мы ничью как бы получается вынесли. Ну я не знаю, как это все. В общем, спасибо за просмотр, ставьте жирный палец за эту напряженную игру, за эту потную игру. Обязательно подписывайтесь на канал и меня, и на Кофи, если вы этого еще не сделали. Ставьте большие пальцы вверх и подписывайтесь на все, что в описании. Всем пока. Пока-пока.